Одна копейка, 1991 год, с буковкой L. Это одна из самых последних монет советского периода. Во времена СССР на одну копейку можно было купить стакан шипучей газировки. Чеканились копейки 1991 года в Москве и Ленинграде. Сегодня речь пойдет как раз о той, которая чеканилась в Ленинграде, с буковкой L. Вес монеты составляет ровно 1 грамм, диаметр 15 миллиметров, толщина ребра 0,9 миллиметра, материал марганцовистая латунь. Дизайн монеты предельно прост. Вот возьмем, например, аверс монеты, который состоит из государственного герба СССР. Герб выполнен в виде выпуклого рельефного изображения. В центре композиции покрытый координатной сеткой земной шар, перед которым парят скрещенные серп и молот. Снизу землю озаряет лучами восходящее солнце, а сверху сияет пятилучевая звездочка. Ниже герба располагается крупная надпись, аббревиатура СССР. Над последней буквой, ближе к правой стороне, виднеется еще одна маленькая буковка. Это знак монетного двора L, ленинградский. Реверс в верхней части, строго по центру, размещена большая цифра 1. Ниже в центре надпись «Копейка». Внизу год выпуска 1991. Справа и снизу полукругом изгибаются колосья пшеницы, витые дубовыми листочками. Они соединяются внизу. Гурт копейки рубчатый. Какая цена одной копейки 1991 года буковка L? С буквы L можно купить монету за 1 гривну. Это около 20 центов или же 2,5 рубля. Вот сейчас открыл, например, на аукционе Виолити, на 5 гривен можно купить аж 5 штук.